международный конкурс Dance Mania проходил в Астане 26 марта. В нем приняли участие более 60 коллективов из Казахстана, России и Кыргызстана. На сцене проявили свои таланты более 3000 танцоров, представили более 150 номеров. Из них 9 ярких выступлений показали танцоры Североказахстанского народного театра танца «Экспромт». Жюри творчество коллектива оценило на высшем уровне. В результате «Экспромт» привез Петропавловск 2 гран-при, 6 первых мест и 1 второе место. Народный театр танца «Экспромт» возил детей возрастных номинаций «Средняя группа» 8-9 лет под руководством Тороповой Анастасии Олеговны и группу юниоров – это 13-15 лет под руководством Черноусовой Марины Витальевны. Мы, конечно, хотим выразить огромную благодарность всей администрации городского дома культуры, городского отдела культуры за всяческую поддержку нашего коллектива. Дети постарались, они очень переживали, но они отработали на 100%. С нового учебного года, то есть с сентября, «Экспромт» усиленно готовился к выступлениям. Для средней группы народного танца Dance Mania стал первым масштабным выездным конкурсом. В результате копилка достижений коллектива пополнилась на 4 первых места. В номинации «Детский танец» в возрастной категории 8-9 лет средняя группа «Экспромта» соревновалась с 26 коллективами. Компетентными жюри оценивались такие качества, как артистизм, техника исполнения, постановка, музыкальное оформление, костюмы. Юниоры «Экспромта» представили на конкурсе 5 номеров. Итог – 2 гран-при, 2 первых места и 1 второе. Получили незабываемые эмоции, впечатления и были очень рады и счастливы, когда получили такие хорошие места. В следующем году Народному театру танца «Экспромт» исполняется 35 лет. Впереди еще много достижений, уверены танцоры. Анастасия Кузнецова, Казбек Арыкбаев, МТРК.